Масштабный пожар вновь разгорелся на территории Или-Алатауского национального парка в Алматинской области. Горит около 40 гектаров горной местности. Огонь распространяется в массивах сухих трав и кустарников. Опасность в том, что пламя очень быстро продвигается в сторону ельников. В ликвидации возгорания участвуют сотрудники парка и КАЗ авиалесоохраны. По их информации, причиной ЧП стал человеческий фактор. Это уже пятый пожар в этом году. Еще один, возникший около 2 месяцев назад в Аксайском лесничестве, потушить не могут до сих пор. Открытого огня нет, но вот глубокая хвойная подстилка не позволяет его локализовать. Кроме того, некоторые очаги находятся на крутых горных склонах, где периодически возникают камнепады. Огонь в этом лесничестве уже уничтожил 2 гектара тяньшанской ели. На данный момент у нас самолет патрулирует. Всю информацию по пожарам передает наземной лесной охране, но эффективным будет патрулирование с десантниками пожарными на борту, чтобы, допустим, даже пожара не обнаружили, сразу на тот же момент приступили к тушению пожара.